что армия грядущая готовит. В среду в 217-й гвардейский парашютно-десантный полк с визитом приехали гости с гражданки. Школьники и студенты СУЗов оказались здесь, чтобы своими глазами увидеть, что их ждет во время службы. Они сегодня ознакомятся здесь, на территории гвардейской части, с расположением, как размещается срочная служба, с учебными местами, где будет показано вооружение, техника, парашютная техника. Они посмотрят коротко, как происходит процесс становления гражданского парня, воздушного бойца-гвардейца. На плацу прошло награждение и вручение памятных альбомов ребятам, участвовавшим в экспериментальной программе Министерства обороны. Молодые люди за несколько месяцев до призыва проходят курс молодого бойца. Для гостей организовали несколько площадок. Одну из них расположили на территории военно-десантного комплекса. Тут будущие бойцы узнали, какие упражнения необходимо выполнять для подготовки к прыжку, как правильно приземляться с парашютом. Об этом на гражданке никто не расскажет. После того, как камера стабилизирующая парашюта зацеплена, и вон десантник вышел из самолета, да, эта камера остается в самолете. Вступает в действие камера стабилизирующего парашюта, да? Гости сходятся во мнении, такие ознакомительные мероприятия помогают позитивно настроиться на предстоящую службу. Хотя кому-то из ребят повестка придет через год, а кому-то через три. К армии присутствующие относятся не как к повинности, а как к возможности получить новый опыт. Здесь показывали упражнения с парашютами, модели парашютов, способ управления. Масштабно. Очень впечатляет. Хочется самому попробовать в будущем. Достаточно важно, потому что узнают, как здесь, что здесь, чему учат, какая атмосфера вообще. В мероприятии приняли участие более 200 призывников. Организаторы надеются, что первое знакомство с армией не прошло для них впустую. Когда придет время их службы, полученные знания станут отправной точкой в нелегком деле защиты Родины. Полина Панасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.